А в Париже появилась копия Эйфелевой башни. Сооружение высотой 32 метра в 10 раз меньше оригинала. Башню-копию назвали Эйфелом. Каждая ее деталь в точности повторяет знаменитую достопримечательность Франции. Создатель копии стал Филипп Мендрон. По его замыслу, Эйфела – это дочка Эйфелевой башни. В конструкцию встроено устройство, которое каждые 10 минут издает звук детского плача, за которым следует колыбельная и успокаивающий голос. На реализацию проекта у художника ушел год. Отмечу, что в мире сегодня существует более 50 копий Эйфелевой башни. Эйфела в 10 раз меньше своей мамы. У нее есть свои особенности в зависимости от того, под каким углом мы на нее смотрим. Создается такое впечатление, что мы видим две Эйфелевы башни, или маленькую и большую Эйфелеву башню.